Нет, ну давай. Просто хочется сказать. А, такая нормальная общительная девчонка. Сейчас, подожди. Алло? Да, приветики. Как дела? Отлично, а как тебя зовут? Что? Как тебя зовут? Алекс, а тебя? Алекс? Алекс, да. А тебя как? Я Ира. Ира? Очень приятно, Ира. Да. А чем занимаешься? Лежишь на кровати? Я понял. А мы тут в шоколаднице кофе пьем. А мы посмотрели, ты вроде рядом по геолокации, да? Нет, уже не рядом. Уже не рядом? А ты рядом была сегодня, уже да? Да, была рядом. Ну, жалко-то как. Я думал, мы прямо сейчас с тобой встретимся, потому что мы сидим тут. Ничего страшного. Надо просто выставлять сейчас просто геолокацию. Знаешь, типа меньше 2 километров, и как раз мы в этот самый топовый телочек. Самые какие телочки? Топовые. Топовые? Топовые. Ничего да. себе. Я просто, честно говоря, в этом не разбираюсь, поэтому... Как так? Почему не разбираешься? Ну, а ну... А чем разбираешься? Я? Я больше по реальной жизни специалист, чем по виртуальной. Ну, то есть я обычно... А как ты вообще? Ты встречаешься с мужиками из Тиндера? А? Ну, ты знакомишься в Тиндере? Я и вживую знакомлюсь. Вживую знакомишься? Да нет. Давай с тобой вживую лучше знакомиться. Я не умею знакомиться в Тиндере, честно тебе скажу. Да ты что, удивительные да. вещи рассказываешь. На Баду, наверное, на Баду тоже не умею. Или да нет, я обычно только в реальной жизни, потому что, ну, вот эта вся история... Вот я с тобой сейчас общаюсь, слышу, как ты говоришь там и так далее, а когда я в Тиндере общаюсь, если я буду что-то писать... Ты можешь всегда в Тиндере, грубо говоря, перейти в другую социальную сеть, в Инстаграм, например. Инстаграм? У меня такой Инстаграм. Да. Мне опасно его кому-нибудь показывать. Люди пугаются. Да, и... что, почему? Пугаются люди сразу, понимаешь? Да, да. Я не понимаю, что там такого. У меня ты просто на такой... похож? Да нет, я не похож на фейка. Я потом тебе... Красив. Я потом тебе дам Инстаграм. Потом посмотришь. Дашь, да? Все-таки потом дашь. Сейчас не дашь, а потом дашь. Ты сейчас хочешь зайти посмотреть? Ну, заходи сейчас. Я же не знаю, куда заходить. Что? Я не знаю, куда заходить. Я тебе сейчас скину. Прям сейчас, вот пока мы с тобой говорим, а как это сделать? Я тебе сейчас... Как это сделать? А я не знаю, как это тут на этом телефоне сделать. И ты уже что, ты уже лежишь в кровати, спишь, да? Или не спишь еще? Или готовишься? Не спишь? Готовишься? Я сплю, но готовлюсь, да. А почему ты одна лежишь в кровати? Не скучно тебе? У меня тут Мишка есть, знаешь, Мишка. Зайка, Мишка есть. Там... Да, да. Плюшевый такой. Какой мягкий, ужас. Мягкий. Ты с животными в кровати лежишь. Как так? Не понимаю, как так вышло. Как вышло, что ты с животными в кровати, а не с живыми людьми? Ну, не знаю. Живые люди, знаешь, они холодные. Как холодные? Я вот, например, я очень теплый. Ну да. А тебя Игорь не греет, что ли? Нет, Игорь не греет меня, я не, ты что? Как я... так? Нет, я против, мы против этого, ты что? А кто? Вот ты поставишь одиночество друг с другом. Нет, ну смотри, максимум, на что я способен с Игорем, это если между нами особь женского пола, тогда я могу греться там с ним вместе, а так ой, вообще не так. Очень интересно. Очень интересно, да. А где ты находишься территориально? Может, мы к тебе приедем? Отрадное. Отрадное? Далеко. Это да. Отрадное далеко. Ну, если ты нас позовешь, мы, может быть, к тебе приедем. Если позовешь. Когда у меня тут полон дом. Что? Где, что, когда? Ты одна живешь? Что вы делаете? Ты одна? Нет? Нет. А с кем? С мужем? Нет. И не с детьми. И не с детьми, с подругой? С котами. С подругой. А с кем? Я живу с родителями. С родителями? Проще.
Ну что, надо поехать познакомиться с мамой? Конечно, и сказать вашей маме я не нужен. Слушай, ты прям с языка срываешь меня, я так и хотел сказать. Да. А Игорь всегда такой молчаливый? Какой? Да? Какой? Молчаливый. Молчаливый? Игорь, ты что молчаливый? Не знаю, просто молчу, слушаю. Да? Да, слушаю. Смотри, комментарии. Ты хоть дышишь? Дышу, слышу. Да. 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 Взрослая девочка. Как часто вам попадаются люди, которые не соответствуют своим фоточкам? Блин, слушай, ну, вот хочешь правду? Давай. Не скажу тебе правду. Да? Она очень сурова. Слушай, а сколько тебе лет? Да. А сколько тебе лет? Много. Сколько? Много. Ну ты с мамой живешь. Тебе 18 есть? Да. Точно есть? Да. 20 есть? Да. 25? Нет. Нет? Ну, значит, малолетка. Конечно, сказали люди, которым по 24, да? Мне вообще-то что? Мне 86. Я а уже... 69. 69 тоже мой любимый возраст был. А, раньше, да. Вот раньше. Вот, слушай, вот... Она, вот понимаешь, да, вот что у нее на что она намекает? Лежит там в кровати и намекает на мой возраст, да. 69-летний. Да, ну, это да. Же кошмар какой. Какая же... Что у тебя в голове? Такой ужас. Вот я не понимаю, что у вас... Не знаю. У нас все хорошо. Ну что, когда... Когда я тебя увижу? Сейчас хочу. Не знаю. Сейчас хочу. Берешь? Сейчас хочу. Камеру, сейчас. И все. А, да? Сидишь, я хочу ближе к телу. Сделать, да. Я хочу ближе к телу. А, ну ты можешь Игоря ближе прижать. Ну, блин, нет. Ты меня разводишь на какие-то детские приколы. Да. Да, вообще 6-9 там, туда-сюда. Это у тебя какие-то мысли? Ну, начинается. Ай-яй-яй. Никаких таких мыслей не приходит. Что, скажи, что мне заказать? Я вот сижу в шоколаднице и думаю, что мне заказать? Что тут есть хорошего? Я бы вообще в шоколаднице дала. Ну, понятно, что мажорка, куда надо все. А вот мы нищие, понимаешь? Да, фотки на геликах наделали просто. Как, у тебя что, фотки на геликах? Ты прикалываешься, что ли? Послушай, мы вообще без бабла. Мы на самом деле сейчас думаем, кого остановиться. Вот, потому что мы вчера из Беларуси приехали. Вот, и... Да, мы... Слушай, мы думали, может, мы тебе позвоним, и ты нас позовешь к себе. Вот, накормишь двоих бездомных. Напоешь. Скажи, а что в шоколаднице заказать? Вот я вот думаю сейчас. Ничего не заказываю, я бы там водички поехал. Скажи, может, какая? Напились воды? Ну, воды напились, да. Надо же чем-нибудь другом покушать. Давай, сейчас. Хорошо, мы сейчас закажем, короче, наберем тебя позже. Давай, я тебе сейчас скину инсту. Там только просто ты не пугайся сразу, ладно? Все будет хорошо. Давай сейчас скинь. Давай нормально, живую девочку. А тут говорят, видишь, народ комментирует, что мертвая какая-то. Да, я с тобой согласен. Но она на самом деле она не мертвая, она расслабленная, просто она спит, там все такое такая. Ничего, она нормально. А это известно, по голосу ничего. Знаете, бывает такой голос, а потом окажется, в тихом омуте черти водятся там туда-сюда. То есть она может быть вообще совершенно непонятно, какой будет результат. Давай, знаешь, что я штрудель возьму с чаем. Мы продолжаем звонить. Звони дальше. Наташа.
знаешь. Мы сегодня решили на расслабоне сделать вызванный. Да, под фотками моего малого. Вот вызванный из Тиндера для кучера. Я так вытащил 5 девочек в Минске на фоток малого. Они все ждали малого и в итоге не дождались. Верни рыбку. Ну, конечно, если бы была альтернатива у меня, я бы, конечно, сейчас с рыбкой здесь сидел. Но так как рыбки нет, что я могу сделать? Алло, привет. Выходи. Это кто? Это одна из метод. Выходи, сейчас узнаю. Одна из метод. Тема. Вот. Такая стандартная разводка, короче, когда ты звонишь девочке и говоришь, выходи, она начинает спрашивать тебя. Смотри, знаешь, что она немножко была голос более такой, знаешь, как будто ты прям ее знаешь вообще. В доску там, ну, как будто вот ты между делом говоришь, то есть ты, как бы, девушка, типа я штрудель, стою возле нее. Штрудель один. У меня есть хорошо вызван, у меня очень хорошо вызван. Да нет, не важно, пофигу. Показывал, но... это самое, знаешь, что, так вот, типа... Да, я обратно, кстати, да. Ну, вот она, допустим, отвечает тебе, а ты как будто вот говоришь... Слушай, не могу в подъезд зайти. Вот, ну вот так, понимаешь? Не могу в подъезд зайти. Какой там код у тебя? Вот, то есть именно таким тоном. Как будто ты вот только что звонил, и вот второй раз перезваниваешь и говоришь тебе. А не так. Привет, алло, я стою там возле подъезда. Короче, да, ты не то чтобы накипишь, ты в естественности такой. То есть ты как бы вот, слушай, где, какой код там? Ты говорила, какой там код у тебя домофона? На какой чёт? Ну, я подъехал, давай, говори быстрее. Ну, вот так вот, понимаешь? И тогда она будет, чё, как? Давай, быстрее говори, я уже стою, жду тебя, что ты разводишь. Нет, ты не собираешься меня пускать? Вообще обалдел, что ли? Я приехал к тебе. Ну, как адрес? Какой у тебя адрес там? Ну, вот я по нему нахожусь, стою вот возле подъезда, давай, открывай. Ну, хочешь, спустись, проверь. Что я стою возле подъезда, вот типа того. Да, но дальше как выводиться, правда? Пофигу, как дальше. Я бы водил просто с клуба тёлочку, она прям приехала. Нет, ну, когда мы тренируемся, неважно. То есть задача просто, чтобы она спустилась вниз и все. Ну, нарабатывается именно вот это. Ну, я в такси садил вот на онлайн. Давай, звони. Звони. Что, давай, звони, вот видишь, пишет, давай звони. Мы практики, мы не теоретики, мы практики. Я поэтому, когда ну, на Собчак передаче был, меня это взбесило, что она отказалась звонить. Конечно, извините, но... Да нет, тут есть зарядка. Лет в прямой эфир вышло. Ну, пускай вышло. Хорошо. Алло. Да, выходишь? Какой код домофона, скажи? По домофону стою. Наташа, ну что за глупый вопрос? Приехал уже, скажи. Как это? Я тебе звоню. Как это? С собой стоит под подъездом. Давай открывай. Давай открывай, серьезно. Спускайся, возле ее подъезд. Не, подожди, алло. Надо чуть-чуть побольше разговорить ее, то есть на всякие разные левые по параллельным темам. Ну, важно. Ну да, но это косяк, что не совпало, но все равно. Нужно немножко разговорить ее. Люди боятся людей, это основной принцип. То есть люди все боятся людей. Вот. И поэтому ты начинаешь с ним дружелюбно просто разговаривать и все. Вот. Самый главный прикол – это кайфовать от процесса. Не надо бояться испугать жертву. Ну, испугается жертва. Ну, что, догонишь, еще раз испугаешь. Потом еще раз догонишь, испугаешь. Потом она к этому привыкнет. Жертва, все. Ну, то есть такое. Это соблазнение. Ты перезваниваешь второй раз, можно, третий раз перезванивать. Нет такого, как надо. Вот вы говорите, покажи, как надо. По-разному. Давай я поговорю. У меня есть аудио идеальная запись. Давай, да нет, не бывает идеальных никаких историй. Еще зависит от человека. А, не дозванивается. Гоу, ты лучше. Я сейчас буду звонить сейчас. Давай Мустафу. Да, ну, да. Главное кайфовать. Дайте номера пускай дадут какие-нибудь. О, давайте кого-нибудь разведем сейчас. Да, Москве. Каких-нибудь ваших телов, короче, разведем. Просто поразводим, короче. Поразваниваем, поприкалываемся. Вот. Ну, ты пока звони. Да,
если они найдут. У меня просто номеров, у меня 5 номеров, и я вот все только что позвонил. Два человека номер нельзя. Раз на раз не приходится. Да, не важно, главное нарабатывать, 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 все время действовать спокойно. У меня здесь идеальная аудиозапись вот моего вызова космического, которую... Ну, понимаешь, идеальных же аудиозаписи не бывает, тебе все время приходится, все время в процессе я быть. Здесь и сейчас, там все такое. Давай сейчас кто-нибудь даст какой-нибудь номер, какой-нибудь окей. У меня просто идет трансляция, я не могу свои номера открыть. А мне лучше брать именно незнакомый телефон, который не знает, кто звонит. В кафешке познакомиться невозможно. Знаете почему? Я сейчас покажу вам. Вот мы сидим. Да хренище просто. Просто да хренище. Давай, 0,95. Что за 0,95? Да, а, ну да. Батра. 6. Что такое 0,95? Это угар какой-то. Украина. Никаких Украин. Давайте нормальный телефон. Московский. Вот. Вот у меня есть аудиозапись просто. Давай. 8922. Сейчас. 523. 7777. Как зовут? Блин, я вспомнил. Надо Димке позвонить, который с Украины. Он писал. Настя зовут. Давайте Мустафу, да? Привет. Катя, подожди, надо записывать номера. Ну, по очереди все пишут. Чего не сразу? Здравствуй, Настя. Я приехал к тебе. Я цвет. За тобой приехал, жениться хочу. Я просто, я вообще пиздец, друзья, я не хочу разгоняться сейчас. Потому что я, если меня разгонит, я сегодня не усну. Мне надо спать и лечь. Это жопа просто будет сейчас. Знаете, как я сильно разгоняюсь, когда ну, в процессе полета мысли. Сейчас надо это. Так, спасибо. Давай. Другой телефон давай, потому что это не работает. О, слушайте, а давайте кого-нибудь вызванивать прямо здесь. Сука, в инсте. Давайте, короче, кидайте мне какой-нибудь контактек, я буду звонить ей прямо в эту трансляцию, короче. Да, в инсте, когда мимика, да, совсем не то. Тем более, меня все знают. А вот когда я по телефону звоню, меня никто не знает, короче, и можно прикалываться. А сейчас меня все знают, вся страна. Узнают, палят сразу. Я приехал, короче, к каким-то незнакомым тёлкам с кучером. Ну, к кучеру приехал, а они... Лесли! Такой, твою мать, уже просто к тёлкам съездить нельзя. Все сразу узнают. Это... Как бы читинг вообще. Надо, чтобы типа не знает она меня. Вот надо мне, чтобы телочка меня не знала. Потому что если она меня знает, это палево. Так, ладно, смотрите. Давайте. Настя, еще одна Настя. Давай, номер. Сейчас, подожди, посмотрим. Ой, смотри. У нас есть девица. Юля, у меня есть Юля такая. Какая-то Юля, вот смотри, какая-то Алина. Юля или Алина? Не, Юля, у меня Чеботарева. Алина Чеботарева и какая-то Юля. Так не, ну а что толку? А что толку? Алина Чеботарева, это, походу, наша знакомая с этого раз. Угу. Алло, привет. Привет. Выходи. Куда? Ну, на улицу, дорогая, на улицу. Жених приехал. Какой? Я Мустафа. Ты не знаешь меня? Мустафа к тебе. Собственно, из Дагестана Мустафа. Продолжай. Алло. Тем же голосом. Да, спускайся. Ну, спускайся на низ. Я жду. Машина приехала. Карета. Нет, мы тебе звоним. Карета приехала, дорогая. Замуж тебе звать. Жених стоит. Выходи. Мустафа, говорю тебе. Что ж ты не слышишь меня? Не похож на Мустафа. Да вы что? Я серьезно. Я джигит, клянусь. На. А нет же, нет. Выходи, просто выйди, спустись. Сейчас все узнаешь. Посмотри в окно. Трубку не бросай. В окно смотри. Говорят тебе. Спускайся.
Одевайся давай, одевайся. Мы с тобой уже стоим здесь, ждем. Че, спускается? О, а, смотри, тетенка пошла вниз. Да, нюанс, зашибись. Она сейчас, ну, типа, сразу же трубка, это уже плохо, по моему опыту. Как ты ее ведешь полностью? А ты сбросил трубку? Ну вот сейчас. Ну, она сбросила? Да, ну, надо в машину посадить. Ну, короче, такая тема прикольная. Так вот, на самом деле, учишься, да? Я говорю, я сходил. То есть, да? Одна за другой идут, идут, идут. Учишься, учишься, там, допустим, за день там прозвонил, там, допустим, там 40 телочек, да, за день прозвонил. И каждая из них, там, одна вышла на улицу, одна не вышла на улицу. Но ты уже привыкаешь двигать их. То есть ты привыкаешь их двигать. Главное, главное двигать их. Вот это важно очень. То есть это двигать, двигать куда-то. То есть чтобы они куда-то двигались. То есть это уже тренируешь контроль. Это очень важно. Если ты тренируешь контроль, если ты воздействуешь уже, то все. Уже привыкаешь к тому, что вот как работает это. А Собчак позвонил. Сочи, давай Собчак позвоним. Давай Собчак позвоним. Садись. Все придут. Будем Собчак звонить. Пришел. Давай. Пришел наш фанат. Я? Да. Фанат. Сейчас нальешь мне край? Да. Заливай. Сейчас мы всех сидим. А ты откуда? Я из Москвы. Нет, а ты сам, ты откуда? С тренинга? С тренинга? С какого-то? Да, с тренинга. С какой? Что ты? Смотри, мне надо, чтобы меня брали. Я в форум шипили. Да, да, мы же спишем, что ты дружуху нашла, она потом еще раз спасает. Мы уже, ну, смотрите, мы здесь сидим, снимаем телок, сняли пацана с какого-то инвесторского форума. А, это прямой эфир, да? Да. Ты попал. Да там, видите как? Сейчас мы, подожди. Да, я ему скажу. А как ты нас узнал? Ну, нас. Ты зашел в шоколадище, да, точно? На, сейчас. Говори. Нет, давай я разверну, буду смотреть, кто там вообще есть. На, поговори с народом. Интересно. Ну, парень. Где? Алло, алло. В Таиланде? Ну, заебись было. Ну. Ты где? Где это записано, чтобы отсюда? Ты где? Алло. Говори. Да блин, что такое? Почему ничего не слышно? Я здесь. Где? Я где ты, где говори? Адрес какой? Зачем? Ты вышла? Ну почти, я что? Почти. Она вышла. Потом пошел. Знаешь, молчу? Короче. Адрес ты почему его не знаешь? Как я адрес твой не знаю? Знаю адрес, я уточняю. Алло. Да, говорю, ты где сидишь? Я стою, жду тебя возле подъезда, красотка. Какого-то не того подъезда, значит? Ты видишь меня сейчас, нет? Я вот тебя нет? Не вижу. У тебя второй подъезд. Он здесь один. Он здесь один? Блин, я не... Я дом перепутал, сейчас я тебе перезвоню. Подожди, стой, жди. Подожди. А ты какую девушку ты ищешь, скажи? Я тебя ищу, подожди, сейчас как подойду. У меня телефон. Скажи, как ее зовут? Алло. Этому. Там. Сидим, короче, с кучером. Кучеру Волочкову мерещится. Еще раз. Да, еще раз. Скажи, я тебя плохо слышу. Я же со связью, у тебя проблемы. В смысле? Ты что, не знаешь, как тебя зовут, что ли? Привет. Юль, ты с ума сошла? Ты не знаешь, как тебя зовут? Юля, ты не знаешь, как тебя зовут? Юля. Ладно, шутки шутками, ты вышла, скажи мне, ты вышла? Ну, в общем, она вышла. Ну вот, блин, вот давай ты выйдешь. Полностью. Выйди, я тебе все скажу. Выйди. Не порти сюрприз, пожалуйста. Окей. Не бросай трубочку. Это называется фишка.
Фишка называется «Сюрприз без сюрприза». Давай, окей, хорошо, давай. Просто выйти из подъезда. Общаюсь. Да. Фишка называется «Сюрприз без сюрприза». Нет, я, да? Да не, блядь, я даже спросил, где там, где Волочков здесь, он, блядь. Блин. Увидел? Да. Ну, давай Ксюша Собчак звонит. Ну. Вот. Человек. Какая похожа она. Здорово. m.hrt01. Подписываемся. Давай, быстренько. Ой, все пиарятся за счет Инстаграм наших. Ну. Правильно, мы специально создали это для того, чтобы все пиарились. На онлайн приходи, там вообще будет бомба. Где ссылочка на Инстаграм? Жди онлайн, жди, потому что там объединяются ждет все девочка, просто. Ждет девочка, короче. Что? Помнишь ссылочку на Инстаграм? Я сейчас еду в Hot Collection, в Стриптиз Клуб. Сегодня вход бесплатный. Куда? А, серьезно? Hot Collection. Это что такое? Стриптиз Клуб. Поехали. Телочки там, я вам скажу, ой-ой-ой. А нас туда пустят? Ну, я вас проведу. Поехали? Поехали, так, мы видите, как быстро сориентировались. Все резко тут решается. Единственное, что я сегодня не спал. Так, один лайк пока. Итак, ну, короче, во сколько ты хочешь ехать? Ну, сейчас, через минут 40. С Настей почему-то пугались. Сегодня вопросов про Настю много. Лесли, еби Собчак. Полезное время, полезен. И про Собчак. Два вопроса. Ты что, сам едешь, да? А? Сам едешь? Ну да. Классно съездить. Ну, правда, стрип-клубы — это стрип-клубы. Блин, что, со стрип-клубом можно тоже вот так? Да, можно, только я спать охота. Я вот раз. Я тут зашел недавно, их несколько. Хороший, и, да? Да, с охраной говорил, слушай, а если я дерну кого-нибудь отсюда, вариант, ну, или мне так договоришься. Там я отвечаю, 60 лиц точно девчонок, голые, не голые ходят. Я прям ходил вот так, снимал, и пиздец, у меня телефон переключился на селфи, прикинь. На селфи я, блядь, просто, сука, как так? Пожимал на секс максимально я часов, наверное, 8. Это было, то есть с вечера до утра. Было случай, когда 8 часов девочек на сексе. Стрип-клуб или обычный стрип-клуб? Ну что значит дожимать? Нужно соблазнять ее. Что ты будешь просто насиловать? Ну это же неправильно. Мы соблазнители, а не насильники. Вот, то есть нужно соблазнять ее, нужно раскачивать. То есть в результате как бы ваших действий, да, она должна отдаться, возбудиться и отдаться. Вот. Осознанно, это очень важно. Понимаете, иначе это не интересно, это не соблазнение, а это развод. Ну, это как? Винтаж. А что такое винтаж? Актером, да. Хейтер? Хейтер, да? Кто? Где? Да он там пишет. Чудо мне это дно. Не реагирую. Нет, я не могу. Пройти мимо я не могу. Не реагирую. Нельзя реагировать на хейтер. Надо реагировать только на позитив. Тогда ты поддерживаешь позитив. Да это я прикалываюсь, мне очень плохо. Это я даже не на своей странице. Так, короче. Мои транспорт все после 18, имейте в виду. Мне 16, смотрю твой видос. Ай-яй-яй-яй-яй, нехорошо. Свин-клуб. Говорят, это свин-клуб, винтаж. Это старье. А что есть интересное сейчас? Что за винтаж? Советуйте. Как туда поехать? Блин, мне вот народ советует выспаться. У меня фингала под глазами все не спал. Такое, да. Ну и кучер тоже, да. Надо сегодня выспаться, надо сегодня. Там сколько часов уламываешь, на качество секса не влияет практически. Единственное, что ты уставший очень сильно, все. Поэтому... Если ты мне не напишешь, то выбирай. Как ты хочешь ебатосина получить? В Ярославле или в Москве? Тёлки вообще не дают кому-то. Но это вот, я говорю, что если вообще не дают, надо на тренинг идти. И там будем разбираться, почему, что, как. Ну что там, кто присоединится сегодня к тёлочке, поедет снимать с нами? Кто хочет тёлочек снимать? Если я сейчас скажу, сейчас туда приедет пол Москвы, ну ты да. Что? Нельзя. Сейчас слышишь, сейчас в этот стрип-клуб уже ехать нельзя, понимаешь, все слышали. Как это. Да. Поехали. Там будет такая толпа людей. Так, ну что, походите тоже немножко. Давай. Пиши фигню какую-нибудь. А давно ты в теме? Давно в теме? Какой? Ну, ваша съема, это не в теме. Нет, я вообще. А стрип-клуб? Едет стрип-клуб, но он не в теме. Знакомился с темой. Нет, есть кореш, короче, который с рыбкой брал интервью у нее. Да?
потом я на вас пришел. Саня Панфер. Саня Панфер, а что за интервью? Ну, пикапер такой, он брал рыбки, про все про телок там. Видите, как салам алейкум. Гамар Джоба Гелит валит. Вот. А в общем, да, есть там человек, который рыбки брал интервью. Да тут все всех знают вообще через двух-трех людей. В общем, пойдем, мы выспимся сегодня, а завтра пойдем посидеть. Потому что я уже просто все могу. Сегодня какой день недели? Вторник. О, так сейчас по вообще нечего делать. По вторникам там именно такая. Да? А что там? Ну, ходняк бесплатный, а так близко стоит. Я думаю, там сегодня будет, ну, короче. Таких этих жадных, я думаю, набежит туда людей. Хотя у них бабки вроде есть, на Новом Арбате находятся. Стрип-клуб это, да? Как а, нет, подожди, на Новом Арбате. Где Соха, где Соха? Где Соха. Поспи, малыш, как это Ксюша пишет. 28 человек сейчас. Поспи, малыш. Цель скорее нет, Алекс, нет планов, полная спонтанность. Цель скорее нет, Алекс, нет планов, полная спонтанность. Ну так и есть на самом деле. Ну, полной спонтанности. Какой коньяк бесплатный? Сегодня критичный день, лучше отдохнуть. Критический день, да. Только жизнь вообще, вся жизнь игра. Ты давно на хайпанули? Да мы хайпим уже последние два года, знаешь. Да? Уже мы живем в постоянном хайпе. Все время что-то происходит. Вот. А мы кайфуем от этого просто. Не хочешь на Дом 2 сходить? Братан, мы хотели с тобой на Дом 2 сходить, но там скучно будет, просто не реально. Думаешь, вот, то есть скучно? Это будет скукотень. Ну, можно попробовать, да, сходить на Дуб-2, но мне кажется, скукотень. Ну, это что? На недельку дойдем, если что, потом поедем. Сороки. Сороки. Да, кстати, набери-ка Сороки. Сейчас мы одному нашему другу с Дома-2 наберем. Он же там уже пользуется телефоном, да? Не, наверное. Давай, звони. Вот, смотрите, вот. Артем Сорок, это организатор наших тренингов номер один. В Минске. То есть это первый организатор первого минского тренинга. Сейчас на доме 2 сидит. Сейчас дозвонимся Сороке. Я, кстати, давно его слышал. Ну, не факт, что возьмет, потому что им же не всегда можно брать. Сел в дом. Сел в дом 2. Слышь, читаешь, да, начинаем морозиться и уходить в себя. Привет, Алекс Лесли звонит, короче. Подними трубу. Вот. Во сколько пресс-конференция, чего ждать? Пресс-конференция прошла в 14 часов сегодня. И пресс-конференция уже есть в интернете, в Ютубе. Это же шоколадница, братан. Я понимаю. Суп есть, хлеб, суп. Да. Ценник. Цена. Цена. Что? Хорошо, он, короче, без связи. Да. О, вышла. Вышла наша девочка. Кто? Девочка вышла. Да. Давай. Продолжаем прикалываться. Алло. Ну, допустим, я вышла. Не допустим, нет, подожди, а вышла. Допустим, ты или вышла? Да вышла. Молодец, хорошая девочка. Бля, ты сейчас, я сейчас ты молодец, прийти, я прийти, просто я горжусь тобой. Ты классный. Надо нарезать. Окей, okay, а зачем? Машины видишь? Дорогу. Которая мне включила? Нет, которая на дороге. На дороге именно. Ну, ездят, которая машина. Что? Да, такси, видишь? Садись в такси. Ну да, подойди к такси, подойди к такси. Подойди к такси, садись. Ну подойди, тормозни ее. Тормозни ее и дай телефон водителю. Подойди просто, знаешь. Подойди, я остановлюсь. Да, весело, весело. Не порти, пожалуйста, сюрприз. Не порти сюрприз, пожалуйста. Это секрет. Он тебе очень понравится, когда ты возьмешь
Становишь таксиста и дашь ему трубку телефон. Привет, привет. И ты поймешь все. Да, да, да. Останавливай, останавливай. Окей, он меня должен куда-то отвезти. Никуда он не должен отвезти, дай. Все, давайте сейчас с ребятками поедем в Hot Collection. Возможно. Но это не точно. Что за бред, господи. Скажи хотя бы имя свое, пожалуйста. Сейчас все узнаю. Подожди, Кристина, ты мне звонишь сейчас? Ну, говори. Отлично. Ну, давай, приезжайте. Ты подошла? Нет. Приезжайте. Почему? Идёшь? Ну, потому что мне нравится, когда я тебя начну. Сейчас, да, сейчас. Переживай. Это не опасно. Не переживай, все хорошо. Это безопасно. Как я могу поверить человеку? Подойди к машине и задавай глупый вопрос. Да, ты слышишь по голосу и чувствуешь интуитивно, что можешь кому верить, кому можешь не верить. Вот что ты чувствуешь? Я понимаю, но я чувствую, что голос знакомый. Шоколадница. Голос очень знакомый, очень знакомый. Мой голос. Тебе снился часто. Это так чисто проброс на мёд. Вот. А теперь давай, мы ждем тебя. Давай быстрее. Алло. Алло, да. Что ты зависла там? Вспоминаешь все свои сны? Что-то вроде того. Что-то вроде того. Окей? Ну, людей, чтобы было. Ну, людей, я людей. Я пытаюсь понять, довольно два человека. Что это вообще там происходит? Да нет, дело не в том, сколько нам. Дело в том, дело в том, кто с тобой говорит сейчас и чей голос. Ну да, и кто с тобой говорит тоже. Да. Так вот, ты поймешь очень быстро, когда меня увидишь. А на голоса. На голоса. Не очень хорошо, к сожалению. Вот видишь. Отлично, отлично. Давай. Остановила машину? Она стоит вообще у другого дома. А, вот, беги быстрее к ней. Зачем? Беги, дай телефон таксисту. А у него есть твой телефон? Нет, у него едет с твоим телефоном. Не бойся, все хорошо. А какая машина должна быть? А какую ты видишь? Белую какую-то. Подойди, подойди. Окей, подходишь? Нет, книжки почитайте. Почитал вообще. Да? Мне так все хорошо. На самом деле, мне жутко страшно, я вообще так понимаю. Страшно, это хорошо. Это очень плохо, это потому хорошо. Что я болею, у меня температура. О, если так это стресс. Осложнение... Послушай, стресс, он да, лечит. Что? Вот у меня была ситуация, в которой в стрессовой ситуации она я уехала. Так... Что такое? Почему она уехала? Ай-яй-яй, какие хорошие. Что же делать будем? Мы с тобой. Почему она поехала? Потом мы начали странно. Он, наверное, не дождался. Гадости какая-то. Так, сейчас подожди, сейчас решим. Ты видишь еще какую-нибудь машину вокруг? Нет. Это странно. Это странно. Сейчас, секундочку. У тебя есть приложение Яндекс.Такси? У меня есть. Чего ты не можешь сказать чем-то свое сообщение? Баллончиком заливать надо, он почему-нибудь... Что должен был сделать таксист? Таксист должен был сделать кое-что важное для нас. Он тебе показывал, да? Кое-что что? Кое-что очень важное. У тебя есть Яндекс.Такси? Ну хорошо там, блядь. Братан. Да, есть. Давай, закончим. Кому? Ей? Да, слушай, ей холодно, давай быстрее. Ебать, это куда? Сюда? Да. Подожди, а у меня же бабка лично. Да? Давай, не сейчас, вопрос. Все, сейчас, давай, говори еще раз адрес. А до этого как мы адрес узнали? Это секрет. Я не помню. Давай, говори, что там? Улица, я говорить? Да, да, говори, говори. Сейчас. Стоп, а почему ты скажешь сейчас тот адрес, который ты знал? Я не помню его. Я свой собственный адрес не помню. Ну, неважно, говори. Потому что я сейчас с тобой по этому телефону говорю, а по-другому заказываю такси. Вот. Женская, 3, корпус 2. Как еще раз? Дзержинского 3, корпус 2. Дзержинского 3, корпус 2. Давай.
Так, все. Сейчас можешь, пожалуйста, просто имя. Сказать это неинтересно, ты меня узнаешь, тогда будет интересно. Почему интересно? Мне вот сейчас не очень интересно, если честно. Почему, если тебе не интересно? Потому что мне страшно, и я вообще хочу домой уйти. Это очень хорошо, что давай страшно. Нет, это очень плохо, я ненавижу это ощущение. Это хорошо, это прекрасно. Нет, это отвратительно. Что отвратительно? Ощущение страха? Да. Дзержинского. Дзержинского 2, корпус 3. Все, сейчас. Подожди, терпение. Давай, ты со мной пока разговаривай, чтобы не замерзать. Я тебе буду голосом греть. Сейчас. Любой какой-то, не знаю, чем угодно ткнуть. Сейчас встретимся с тобой. А если я сейчас не хочу встречаться, потому что я точно уже в этот раз, я болею 2. Вот. Ты сейчас выздоровеешь. Стресс хорошо лечит. Я никуда не поеду. Ну, дождись машины. Ну, я никуда не поеду. Хорошо, ну, 4 минуты осталось. Сейчас подъедет. Вот. Говори со мной, как ты себя чувствуешь сейчас? Уже лучше тебе? Нет, не лучше. Хуже? Меня знобит, мне плохо, да. Знобит? Ты что, боксируешь? Потому что температура высокая. А сколько у тебя температура? Я лежала дома, чтобы... А сколько температура? Сколько? Почти 38. Ничего себе. А что с тобой случилось? Промоушен такой. Простыла. Есть fight night. Что за работа такая? А, работа нормальная, просто я вижу, что... Все в России по себе, конечно. А, ты хочешь отдохнуть, да? Да, пока что не видно. Немножко отдохнуть. Надо, знаешь, что надо мед пить. 15 лет, 20 лет. Мед пить и лимон, много лимона. Если ты выпьешь много меда, много лимона, то у тебя восстановится витамин С. Мне больше помогает. Имбирный чай. Колени, блядь. Есть колени, ложки. Еще имбирный чай помогает тут просто. Мне больше нравится. Видишь, лучшее лекарство от простуды на самом деле, знаешь, что такое? Нет, техника тайская, ну, она есть техника. Знаешь, как это лучшее лекарство? Любовь. Я прошел год, тренировался там с тайцами. Да. Там чемпионы тайцы. Ну, блядь, но стресс это не как-то нехорошо. Не особо. Любовь хорошая. Либо сейчас на характер. Сейчас будешь учиться. Меня хуячат, там вообще прямо разносят. Сердечко. Черт, здравствуйте. Я горды не особо, да? Просто я начинаю, ну, пишу. У меня кого там что-то там первый раз, я просто беру свитку. Это очень круто. И забиваю вообще. Я хоть на утро вечер вообще. 80. Окситоцин. Окситоцин. Есть такая штука, окситоцин. Очень хорошо помогает именно от простуды. Хорошо, буду иметь в виду. А ты меня не заразишь? Вполне возможно. Ну и ладно, все на раз решается, да? Откуда у тебя мой номер? Телефон закончен. Откуда номер? Я просто почти никому свой номер не даю. Ну, ты представляешь, ты, во-первых, смотри, два интересных совпадения. Первое совпадение – это тебе снился мой голос. Второе совпадение – это то, что у меня есть твой номер. В Минске 4 раза. Теперь делай вывод, кто я такой. А кто ты? Борис. Ну, как успехи? Бесполезно. Бесполезно? Ангел-хранитель, конечно. Книжки вычитал. Блять, я сейчас, короче, мне сказали, там Дубай, какой Дубай, Кирибаш, Душанбе. Там реально круче. Я тебе снюсь, а потом звоню. И ты никому не даешь свой номер. Что ты говоришь? Дубай, конечно, всем известно. Бабки нормально. Это очень долго. Твой внутренний голос ты сказал, я его услышал. Ты озвучил, ты подтвердил, что я тебе снес. Либо собрать столик своей, там, где-то 12. Как не помню? Не приду, там, помнишь, помнишь? Где такси? Что? Быть твоим ангелом хранителем? Нет, вот это вот происходящее. Что ты сейчас, что делаешь? Здесь?
Зачем мы на этом свете? Я просто загуляю, я сейчас туда приехал, на школу радио, оттачивать свое... Ну вот такой же вопрос ты мне задаешь сейчас. Сука, на него такой же искал, как и не нашел. Отец, где это находится? Завтра мне позвонят, скажу, сука, вы где находитесь? В следующий раз, не знаю, встречайте меня на вокзале. Так жить скучно, если больше нравится жить. Да я еще попить хочу, вообще мне пить нравится, понравилось. Что, ты не видишь такси? Сейчас я отключусь, сейчас тебе перезвоню, посмотрю с своего телефона, что с такси. 6 минут, блядь, прямо нарезку делал, песни там, бам-бам-бам-бам. Что, машина приехала, нет? Братан, мне надо срочно взять, мне просто адвокат несколько сообщений записал, как бы, по поводу, я так понимаю, завтрашних этих, завтрашнего детектора лжи. Значит, так, все ждут такси, 188 человек ждут такси. Я там 8 схватов. Короче, вот. Девочка вообще просто пипец хочет встретиться. Я по голосу слышу вообще пипец. Да, надо ехать с ней просто и все. Там? Ну, потому что она прям чувствуется, что нехватка. Так, короче, бери себя. Нехватка. Просто нехватка мужика у нее. Просто это чувствуется. У меня уже 2 месяца не было, значит, что. А, она просто вообще хочет мужика романтики. Там прям... Иначе бы она не вышла и... из подъезда не стала бы ждать такси. Она прям одинокая-одинокая вообще, я это по голосу слышу. Я также сам вытащил в такси, посадил и привез. Она ждет сюрприз, представляете, она с температурой вышла, ждет. Готова, в принципе, была ехать на каком-то такси, хотя она и говорила, что не готова, но она готова была бы ехать в каком-то такси. Черт на куличках, незнакомому мужику, который просто сказал ей, что его голос снился ей, да, и она готова ехать прям, ну, это просто золотая женщина, я хочу сказать, которой очень не хватает мужского внимания. И она еще и болеет, и хочет, чтобы кто-то приласкал, вылечил. И она действительно готова. Представляете, таких женщин, конечно, нельзя бросать, поэтому надо будет с ней встретиться обязательно. Вот вы гады, короче, пишет Ксюша. Ксюша, мы не гады, мы дарим людям счастье, понимаешь? И любовь. Вот. Позитив. Вы гады, Ксюша. Вот вы гады, скоты, короче. А что гадко вот? Не бросай, и будет. Она сегодня не заснет. Да даже если я сейчас не перезвоню и так далее, она будет думать уже об этом. И это уже будет ее греть, это интрига, и это классно, это соблазнение. Вот. И мы счастливы, да. Такая, вот такая тема. Ну, столько женщин одиноких вообще. Люди вообще одинокие существа. Перезванивай, пока не ушла. Не надо думать так, потому что никуда она не денется уже. Это уже понятно. Можно через час позвонить ей и поехать. Можно просто туда сейчас поехать, по этому адресу. Позвонить, она отпустит, это же понятно. Такие вот дела. Инстаграм, что там есть? Так, ладно, пойду я посмотрю, что адвокат напишет. Друзья, в общем, так и живем. Дальше продолжаем. Я пойду сейчас спать, а кучер... Не знаю, ты пойдешь спать, да? Мы пойдем спать, мы, честно, пойдем спать. Ее мы с ней, может, встретимся, потом позвоним. Я так и знала, что ты, что это ты можешь не звонить. Не понял, почему. Ждете? Ну, вообще, по-хорошему надо ехать и лечить, но у меня уже нету сил. Я сейчас сам просто смотрю себя. Я хочу взять поэтому. Есть Джен, знаешь, а покажи фотку девочки. Братан, это же девочка, которая. А? Фотку сейчас покажу. Не потеряй, кстати. Я такие вот, но если зацепка идет, то неправильно терять человека. Надо развить все. Ну просто это память его. У тебя что как по режиму такое? Сейчас бывает 2 раза в день тренируюсь. Все ждут лекарства, все хотят, чтобы я поехал. Я же Ксюша Собчак собрался сейчас звонить. Хотя, знаете, ее вот хочется больше сейчас в данный момент. Потому что зачем Ксюша и я? А вот ей я нужен гораздо больше. Я так чувствую. Хотя, может, я ошибаюсь. Может, наоборот, я Ксюше больше нужен. Ей скучно жить. Я ей больше нужен. Не знаю. Фоточки.
Друзья, так чего вы ждете продолжения истории? Начинайте свои истории. Берите сейчас и начинайте звонить. Прямо сейчас. Начинайте звонить, вызванивать, общаться, получать опыт. Звоните, прикалывайтесь, экспериментируйте всем подряд. Вот. И что-то получится. И потом вы зайдете в эту трассу в следующий раз и скажете, а вот, блин, я это мотивировал. Не фонтан, звонить. Что не фонтан? Да нет, нормально, все хорошо. Умник, походу. Сука, он это уже попробовал. Ну такая печальная, грустная. Сейчас. Да, такая. Мне нравится, хорошо. Мне вообще пробивает его видосы. Братан, а мне нравится. Знаешь, пиздец похоже с ним, прям по манере, по общению, по вообще, по всему, по подарку. Ну, а серая мышка, ну, такая хорошая серая мышка. У меня был выбор, да. Позитивно. Не покажу вам. Я там въебываю в Инстаграм. Не покажу. Не хочу выставить. Вот. Нет. Это? А ты чем зарабатываешь? Нет. Тем еще. Тоже, да, короче. Если бы это была какая-нибудь известная баба, я бы показал это. Ну, тема фига. Зачем? Чтобы портить жизнь. Вдруг какой-нибудь захочет воспользоваться моей трансляцией и сделать ей больно. Ты говоришь нормально. А я не хочу, чтобы человек был нормальный. 77? Вот так. Ты хуй знаешь, что вообще правильно? Да, правило симпатициальности. Серая московская мышка. Хабиба. Вот, да. Буквально, где-то, у тебя только одна мышка. Да, а у меня моя мышка. Моя мышка на меня злится. Моя мышка злится на меня. Ай-яй-яй. Нехорошо. Да? Вот он. А моя белорусская мышка. Злится. Ай-яй. Больно сделаешь ей ты. Нет, нет, я не буду делать тебе больно. Я обещаю. Я вообще женщину больше не делаю. Только хорошо. Шли Настя. Зачем слать белорусских мышек? Родность, не знаю. Конференция понравилась, да? Ну, кому-то не понравилось. Я, кстати, смотрел там разные комментарии. Кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Я просто сегодня она немножко была такая, немножко в другом стиле, не такого стыдейского, как обычно мы привыкли. Я построился немножко там адвокатом, вот, и такие дела. Я любил много раз. Угу. Настя лучше. Ну смотри, как мышь к тебе относится. Нет, друзья. Относится она очень хорошо. Просто она очень злится. Сильные эмоции накрывают любовь, накрывает обида, накрывает и гордость, и злость, и вот такая фигня возникает в танке. Да, да, можно посмотреть, кто лайкнул твой коммент? Ладненько, все, пошел на адвоката, посмотрю, что он пишет.